Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня мы будем делать белково-масляный крем для украшения торта. Для этого нам нужно 4 белка, 200 грамм сахара, ванильный сахар, буквально 5 грамм, где-то 2-3 грамма лимонной кислоты, 300-350 грамм масла и 150 грамм сахарной пудры. Ну что ж, для начала мы отделим белки от желтков. Ну вот, наши белки мы отделили, и потом мы добавляем сахар сюда. Вот так полностью. Ванильный сахар. Ну, вот так вот, достаточно. И перемешиваем. Параллельно мы ставим на плиту кастрюлю с водой. Надо быть очень, очень осторожным, чтобы они не свернулись. Нужно еще, конечно, смотреть, чтобы вода в кастрюле не касалась к миске. Вот, и хорошенечко перемешиваем. Вот когда сахар растает в белках, это уже как бы такой вот знак, что можно будет уже снимать. Зачем мы нагреваем белки? Для того, чтобы убить все вот эти вот вирусы, бактерии. Например, сальмонеллы. Очень-очень важно нагреть эти белки. Вода закипела. Я сейчас прикручу немножко. И хорошенечко мешать. Так, они уже хорошо теплые белки, значит, мы их снимаем с водяной бани и выключаем плиту. Так, ну когда у нас белки немножко подостыли, мы их вот так вот еще раз хорошенько перемешиваем. Ну где-то минут 10-15 точно успевать, чтобы очень, очень устойчивые и упругие они получились, эти белки, до пиков. Так. Ну и начинаем. Ну что, наши белки уже готовы. Они, вот посмотрите, какие они устойчивые. Вот. Мы добавляем масло. Вот так вот начинаем потихонечку взбивать. И масло комнатной температуры нам нужно. Потихонечку. Вот, когда наши белки и масло взбились, мы добавляем потихонечку, постепенно сахарную пудру. Ну все, наш крем готов.